Привет, добро пожаловать в Max Adventures. Самое классное и уникальное место в Бруклине. А уникально оно, потому что мы проводим светящиеся в темноте вечеринки для детей. Ну что, давайте я расскажу, что же у нас есть. Целых два этажа с очень крутыми и классными играми, где ваши дети точно не заскучают. Тем более мы предоставляем от 5 до 7 ребят, которые классно обучены, профессиональны, которые будут заботиться о безопасности ваших деток и также смотреть, чтобы у всех было классное настроение, все замечательно проводили время. И еще у вас будет самый главный ведущий, который будет организовывать множество игр с вашими детками, поэтому вы можете просто прийти и общаться с вашими друзьями. Ну что, на этом этаже у нас есть двухэтажный джим. Как вы видите, здесь у нас есть огромная красная горка. Горка для деток от 4 лет и старше для детской безопасности. Также внутри джима у нас есть зиплайн, monkey bars. Взрослые дети, вы можете проходить внутрь, если у вас есть носочки. Также, вы думаете, что это за красная штука такая? А я вам расскажу. Просто садимся и крутитесь в нем. Такое крутящееся кресло, которое очень любят дети. А самое главное, Max Adventures, вам не нужно никакие монетки, чтобы начать игру. Просто нажимаете кнопочку и играете во все игры неограниченное количество раз. Если вы любите баскетбол, две игры для вас. Если вы любите эйр-хаки, давайте посмотрим, кто же выиграет в нашей игре. Я обожаю эту игру. Как я повторяю, никаких монеток, никаких денег, просто нажимайте кнопочку и играйте в ваше удовольствие. Если у вас есть маленькие детки, то, я думаю, они смогут оценить по достоинству наши гонки. К сожалению, у нас эти горки до 5 лет, поэтому я не могу на них кататься. Но ваши детки, я думаю, обязательно это попробуют и посоревнуются, кто же первый промчится по нашему трассе. Ну что? Bouncy House. Вы любите прыгать? Я тоже обожаю. Bouncy House для деток до 4 лет. Поэтому, если у вас есть маленькие детки, то они обязательно прокатятся на горках, попрыгают в Bouncy House и не заскучают. И будет так же классно проводить время, как и взрослые детки. На нашем этаже есть три туалета. Один туалет оснащен специальным столиком для того, чтобы поменять памперсы ребенку. Поэтому, если есть у вас малыши, мы также подготовили для вас комнату. Самое главное, у нас есть parents комната для взрослых, где взрослые могут провести прекрасное время, потому что эта комната звуконепроницаема. Вы можете прекрасно пообщаться, получить замечательный массаж, я его рекомендую. Если вы хотите, чтобы вам промассировали просто от носочков ног, от пяточек до вашей головы, массажное кресло — это лучшая опция, что может быть на детском празднике. Почему бы нет, да, взрослые, мы тоже любим отдыхать. И обратите внимание, что пока вы будете наслаждаться общением, вы можете попить кофе за дополнительную плату, как кофе, чай, и посмотреть, как ваши детки играют на разных станциях. Ну что, пойдемте дальше. В Max Adventures вам не обязательно проводить своего персонального фотографа, потому что мы делаем классные персональные фотографии вот с помощью этого волшебного зеркала. Просто нажимаем кнопочку, встаем на желтые отпечатки, приготавливаем самую лучшую позу и считаем. 5, 4, 3, 2, 1. Класс! После того, как вы сделали фотографии, вы можете их отправить себе в социальные сети, либо по имейлу, либо смс-кой. Поэтому у вас обязательно сохраняются фотографии и эмоции с вашего праздника. Ну что, а прямо здесь у нас есть темная комната, в котором есть вот такой вот лазерный лабиринт. В лабиринте могут принимать участие, как детки, так и взрослые. Вам нужно просто пытаться пролазить между этими линиями, не задевая, и как можно быстрее. Мы все имена деток пишем на экран, и потом в конце праздника смотрим, кто же победитель в этом челлендже, и они получают подарок. Ну что, а если вдруг у вас маленькие детки, тогда мы будем для них играть вторую игру, когда они должны бегать и просто ломать, так задевать все лучики. Поэтому эта игра замечательна для маленьких деток и для постарше, ну и, конечно же, для взрослых. Ну что, продолжим?
Прямо здесь у нас находится High Five Challenge. Два человека, один человек, две команды могут нажимать и соревноваться, кто же быстрее за 30 секунд наберет больше баллов. Класс! Моя самая любимая игра, потому что в нее любят маленькие детки собирать вот эти вот колечки везде. Также взрослые. Я думаю, вы знаете правила, вам нужно собрать целый ряд одного цвета. Можно играть два человека, либо командой 4 человека. Ну что, вот это вот у нас игра, которая никогда не пустует, потому что и взрослые, и дети обожают просто стрелять пинг-понговыми шариками в драконов, которые там появляются. Обязательно попробуйте. И как вы можете обратить внимание, у нас есть два игровых автомата, где вы можете получить какой-то приз. Здесь игра не бесплатна, потому что вы выигрываете приз, но для именинника либо именинницы мы делаем бесплатную игру, где он гарантированно получает шарик любимого цвета. Какой цвет любимый у вашего ребенка? Мой лично розовый, но у нас есть полное разнообразие, поэтому выберем любой шарик вашему ребенку. Как вы, наверное, уже успели заметить, у нас есть гагабол, наполненный вот такими классными шарами, где мы проводим много игр, мы проводим игры «Дети против взрослых», мы проводим гагабол, такая версия датчбола. И, в принципе, вы можете просто прийти внутрь и сделать классные фотографии с мячиками, да, в Инстаграм, например. Если вы обратите внимание на нашу стенку, то там будет лазерное шоу. Обычно это «Welcome to Max Adventures», но мы можем по вашему запросу сделать его особенным и написать, например, имя вашего ребенка и пожелать ему классного дня рождения. Например, вашего ребенка зовут Наташа, мы напишем «Happy birthday, Наташа!» и можем добавить, например, «Мама и папа любят тебя!» Что угодно. Это может быть как на русском, так и на английском. Ну что, пойдемте дальше. В Max Adventures у нас есть две вот такие виртуальные... две станции виртуальной реальности. Если вы не знаете, что такое виртуальная реальность, то это игра, в которой вы надеваете шлем и оказываетесь прямо внутри событий. Например, если вы любите водить машину, то обязательно можете поучаствовать в наших гонках. Либо вы боитесь прокатиться на американских горках в реальной жизни, но здесь, в Max Adventures, вы можете попробовать испытать те же самые эмоции, что испытывают люди на американских горках. Очень здорово, у нас большое количество разных игр. Самое популярное – это Plank Challenge, когда взрослые поднимаются, или дети. Мы рекомендуем виртуальную реальность для деток от 12 лет и старше, но под присмотром взрослых можно делать от 7 лет. Поэтому Plank Challenge – это конкурс, когда вы поднимаетесь на крышу высокого здания, и перед вами тоненькая-тоненькая дощечка, как вот эта вот, например, по которой вам нужно просто пройти. Кажется, что легко, но на самом деле я советую вам прийти и испытать самим. Не все справляются, потому что это очень страшно. Ну что я буду говорить, приходите и пробуйте. Ну что, пойдемте дальше. Также в Max Adventures мы проводим игру Laser Tag. Мы делаем две команды, взрослые и staff members, против деток. У каждой команды свой цвет, дети играют в джиме, взрослые играют здесь на этаже. И, как вы видите, у каждого три жизни. Когда они стреляют друг в друга, то жизни теряются. Смотрите, команда взрослых, например, уже проиграла. Посмотрим, кто же у вас выиграет на вашей вечеринке, взрослые или дети. Ну что, в целом это наш первый этаж. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, позвоните нам, мы с радостью ответим на них. А также не думайте, бронируйте вашу вечеринку прямо сегодня. Самое классное время, самое удобное время для вас. Звоните, бронируйте. И мы проведем супер классный праздник в нашем уникальном месте Max Adventures. Пока!